А белый лебедь на пруду качает павшую листву на том пруду, куда тебя я приведу. Это он просит просто кушать. Вон еще один такой же. В Мюнхене сегодня 9 апреля. 9 сегодня? И знаешь, вот так живут люди в карантине. Не знают ни дня недели, ни года. Нет, год 20, месяц апрель. По-моему, 9 четверг. Короче, карантин продолжается третью неделю. Уже все забыли. Скоро как звать забудем. Раньше так все понятно было. Муж уходил на работу, значит, понедельник. Возвращался, значит, конец рабочего дня. Сейчас ничего не понятно. Ни утро, ни вечер, ни день недели. Я даже не знаю вообще. В принципе, ничего не изменилось, по большому счету. То есть, все точно так же. Ну, никаких серьезных изменений нет. Кроме вот таких вот каких-то непоняток. Остальное все так же. Всем привет из Мюнхена. Прекрасная погода.